Вот. Здравствуйте, уважаемые поклонники бокса! Добро пожаловать в Москву на чемпионат мира среди военнослужащих спорткомплекс «Игровой». Ну и у микрофона для вас будет работать комментатор Вадим Фурсов. Сейчас мы все в ожидании первого поединка. Ну и по мере появления спортсменов на ваших экранах я буду предоставлять возможную информацию, которая есть. Практически уже все готово к стартовому поединку. Синего голенька А. Сандра Дравік, Польща. Итак, представительница Бангладеш, мисс Нур-Нахер, и ее соперница из Польши Сандра Дравік. Сандре Дравік уже 33 года, возрастная спортсменка. Ринг А.
Okay. Listen to my command. No holding, no wrestling. Head up. Good luck. Итак, друзья, весовая категория 51 килограмм. Сандра Драбик в синем углу против мисс Нурнахер из Бангладеш. Первый раунд. Болячка сразу занимает центр ринга, идет вперед. Ну и вот такие контратаки следуют от мисс Нурнахер. Достаточно резвое, активное начало. Поджимает Сандра Драбик. Двойной джеб. И хорошо по корпусу прикладывается еще раз Драбик. Тут же бросает серию с двух рук. Попадает точно в голову. Еще раз живот набрасывает. Очень бодрый первый раунд в исполнении польской спортсменки. Немножко даже где-то ошеломлена. Боксер из Бангладеш. Вот с такой суровой надписью на спине «Бен Арми», «Бангладеш Арми». Ну, напоминаю вам, дорогие друзья, что вы смотрите чемпионат мира среди военнослужащих, который проходит в Москве. И сейчас у нас первый поединок в ринге А. Еще одна мощная серия по корпусу. Тут же двойка в голову. Так, и нокдаун. Открывается счет. На русском языке обратите внимание. Но я думаю, язык бокса, он понятен всем. Неважно, на каком именно работает рефери. Снова джебом активно набрасывает. Сандра Драбик отходит назад, постоянно кружит, порхает вокруг соперницы. И еще одна плотная серия. Как вкладывается в удары Сандра Драбик. Ну, этот раунд она, конечно, вчистую забирает просто в одну калитку. Ну, вот какой-то ответ последовал от мисс Нурнахер. Но это пока что не очень убедительно на фоне того, что демонстрирует польская спортсменка. Опять двойной джеб. И снова активно работает по животу, тут же в боковой, в голову в исполнении Сандры Драбик. Заканчивается первый раунд. Ну вот такое начало, очень бодрое, впечатляющее от Сандры Драбик. Получают инструкции спортсменки перед началом второго раунда. Ну а как вы видели, в стартовом отрезке полностью все было в пользу польской атлетки Сандры Драбик. Итак, второй раунд. И снова он начинается с атак Сандры Драбик. Ух, какая взрывная мощная серия. Сразу
Несколько ударов плотных по корпусу. Тут же закончилось все точным попаданием в голову. Вот так немного запрокидываясь, идет вперед мисс Нурнахер. Пытается так раскачивать корпусом, раздергивать. Ну, немножко потерянной выглядит бангладешка. Не дотягивается. Играючи фактически ее разбирает сейчас Сандра Драбик. Плотно по корпусу. Снова разрывается дистанция. Подшагивает, отходит. Сандра Драбик. И на коротке забрасывает просто мощными ударами. Ну, друзья, тут, конечно, такое уже явное преимущество вырисовывается. Да, вмешивается рефери, чтобы все было в рамках. И вот опять подшагивает Сандра Драбик. Раздергивает джебом и вкладывается сильнейшей рукой четко в голову. Пытается, конечно, контратаковать мисс Нурнахер. И еще один плотный удар с передней руки в туловище. Четко джебом в лицо прям заряжает Сандра Драбик. Словно из дробовика, можно так сказать, разрядилась Сандра Драбик. Опять нокдаун. Разрыв в классе очень существенный. И, разумеется, он в пользу представительницы Польши. Хорошо перекрывается Сандра Драбик. Снова сближается и разряжается с серии в туловище. Тут же в голову добавляет. И снова джеб какой залетел. Через руки прямо. Снова нокдаун. Третий нокдаун уже в этом поединке. И снова оголяет тылы, дает возможности. Предоставляет самые разнообразные. Мисс Нурнахер. Четвертый нокдаун. Ну что, и все. Тут явное преимущество. Нет смысла продолжать. Поздравляем Сандру Драбик. Ну что, ожидаемый вердикт. Поздравляем еще раз Сандру Драбик с этой победой.
они же хотят дальше боксировать, что там. Итак, друзья, напоминаю вам, что вы смотрите 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих «Ринг А». Мы с вами в Москве, в спорткомплексе «Игровой». Для вас работает комментатор Вадим Фурсов. И у нас еще одна женская пара весовой категории 51 килограмм. И в ринг выйдут Джордана Соррентино и представляющая Италию, и ее соперница из Конго Джаэль Эссель. Ну вот как раз таки вы сейчас видите Джаэль Эссель, которая представляет Конго. Джаэль Эссель становилась бронзовой призеркой чемпионата Африки в 2017 году. Что касается ее соперницы Джорданы Соррентино, то она из последних результатов, которые можно найти в широком доступе, значится 9-е место на прошедшей Токийской Олимпиаде. Итак, друзья, почти все готово к началу второго поединка. Четвертьфинального, весовая категория 51 килограмм. Джордана Соррентино против Джаэль Эссель. Первый раунд. Ну и вот занимает сразу же центр ринга Джордана Соррентино. И так постреливает передней рукой, бросает ее фактически от бедра, меняет стойку, но без удара пока. Итальянка вот сейчас плотно входит в ближнюю дистанцию и разряжается в серии по второму этажу. Присматриваются пока друг к другу. Вот так попробовала на зашаге бросить удар Джордана Соррентино. Поагрессивнее она выглядит в первые минуты. Поточнее. Так, ближняя дистанция. Ну, тут заклинчевались. О, хорошее попадание от Джорданы Соррентино. Еще одно. Ну, так и до нокдауна недолго, честно говоря. Легка на ногах Джордана Соррентино. И вот пока что ничего не получается у Джаэль Эссель. Ух, и снова плотный боковой от итальянки. Не дает фактически приближаться к себе Джордана Соррентино. Переигрывает пока что однозначно она Джаэль Эссель. Еще раз сильнейшие руки заряжает. И, в принципе, позволяет себе даже достаточно низко
держать руки, потому что, ну, немного предсказуемыми выглядят атаки Джель Эссели, где-то даже наивными. По крайней мере, если резюмировать ту картину, которую мы видим на протяжении первого раунда. Хорошая двойка на подшаге, еще одна заряжает Джордана Соррентино. Здорово уклоняется, подседает и тут же зарядила переднюю ручку Джордана. Пытается сблизиться, но Джелли Сель, но фактически не дает ей нормально работать, попадать за счет своих удачных и, главное, техничных защитных действий Джордана Соррентино. Ну и вот к чему вот сейчас руки так раскрыла Джелли Сель и наполучала полную авоську ударов в голову. Ожидаемо и закономерно. Первый раунд окончен. Я думаю, друзья, дорогие мои, вы сами все понимаете. Довольно собой Джордана Соррентино, но это, в принципе, абсолютно оправдано. А у нас тем временем второй раунд начинается. Честно говоря, пока сложно предположить, какие такие чудеса, ну не в решете, а в ринге, нужно сотворить Джель Эссель, чтобы как-то осложнить работу Джорданы Соррентино. И вот сейчас опять в обход руки бросает Соррентино. Ну, вы знаете, вот говорил я о том, что девятой стала Джордана Соррентино на минувшей Олимпиаде. Но какой бы она ни стала, у нее уже колоссальнейший опыт. Сейчас она просто-напросто разбивает Джелли Сель. Очевиднейшее превосходство итальянки. Ну и пока что принципиально картина поединка не меняется. Что бы ни пыталась придумать Джелли Сель, ну, когда есть разница в классе, в опыте. Ну, максимум, что можно извлечь, мне кажется, конголески из этого поединка, это только лишь приобрести опыт противостояния с более сильной соперницей, да, и сделать потом работу над ошибками. Вот еще одна двойка залетела, едва... Ладно, не буду продолжать, но, в общем, очень плотную серию ударов снова пропустила Джелли Сель. Соррентино действует, ну, фактически безошибочно. Несмотря на свое явное преимущество, тем не менее, она не зарубается, не заигрывается и не позволяет ловить себя на каких-то глупых детских ошибках. То есть класс очевиден. Но вот в чем не откажешь Джелли Сель, так это в характере и в духе. Прет до последнего. Идет вперед, пропускает, пытается что-то сделать, ничего не получается, но все равно идет. Yeah, but I don't want to direct.
Плотно повисли друг на друге. Раунд окончен. Изменений нет. Накачивает сейчас Джели Сель. Кайс, друзья, не владею я французским языком. Не могу вам перевести, что именно ей сейчас говорят. Но я думаю, советов следует немало всяких разных. Вопрос лишь только в том, что... Что тут можно порекомендовать, когда против тебя такая сильная оппонентка? The red block, sir. Yes. Inside the trouser. Yes. Yes, something like pack. Some pack. Packet, something. Yeah. Yeah. Packets. Yeah. You need it or what? No. Небольшая пауза, но тут нужно привести в порядок экипировку. Жордани Сорентино. Итак, третий раунд. Джордана Сорентино против Джели Сель. Сразу пошли в ближнюю дистанцию. Ну, точнее, произошло это по инициативе Джели Сель, которая пытается все-таки сблизиться. Вот так, немного с яростью она идет вперед. Но неумолимо пропускает от Джорданы Сорентино, которая спокойно, без суеты, просто-напросто разбирает свою соперницу. Ух, еще одна двойка. Вылетает от итальянки. Раз-два, отошла. Сколько уже ударов она пропускала Джели Сель, уму непостижимо. Держит, конечно, хорошо, ничего не скажешь. Опять же, повторюсь, дух, характер, волевые качества у Джели Сель на уровне. А вот с боксом против такой соперницы, конечно, есть пока проблемы. Стоп! Брейк, го бэк. Истекает постепенно третий раунд. Ну и кардинальных изменений нет. Джордана Сорентино, используя свой более высокий класс, просто-напросто не оставляет пока что никаких вариантов Джели Сель из Конго. Ну вот и нокдаун. Долго шла к этому Джели Сель и наконец-таки дошла. Я сейчас, конечно, иронизирую, но тем не менее. Как по мне, пропускала она гораздо чаще, и поводы были и раньше, в принципе, открыть счет. Спокойно, играючи, заканчивает этот поединок Джордана Сорентино, а вот Джели Сель... Понимает, наверное, что
шансов нет никаких, но тем не менее старается проявить себя по максимуму, что-то придумать, а придумать особо ничего не получается. Пока что это выглядит, честно говоря, как мастер-класс опытного спортсмена для начинающего. Все, окончен поединок. Давайте послушаем официальный вердикт, который, в принципе, учитывая характер этого противостояния, становится сущей формальностью. Итак, слушаем. Да, Джордана Соррентино проходит дальше. Ну, все понимает и Джалисель. Наше поздравление итальянской спортсменке. Друзья, у нас сейчас еще один на очереди поединок между девушками. Опять весовая категория 51 килограмм. И в ринг выйдут представительница Узбекистана Азиза Якубова и ее соперница из Белоруссии Юлия Апанасович. Да, вот Азиза Якубова на ваших экранах. Есть у нее опыт участия на чемпионате Узбекистана, где она сражалась за золотую медаль. Также боксировала на чемпионате Азии. Ну, а что касается ее соперницы Юлии Апанасович, боксировала она на чемпионате мира в Улан-Удэ, но уже во втором раунде не держать, проиграла Урсуле Готлоб. Шик-хэнс. Завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года. Ну и также становилась бронзовой призеркой чемпионата Европы 2019 года в Алико Бендесе. Да, не бить открытой перчаткой, говорит рефери Юлия Апанасович, которая вот так вот бодро и активно начинает этот раунд. Пропускает, правда, сама навстречу.
Но что примечательно, поединок сразу приобретает такой открытый характер. Без особой осторожности, скоростные атаки, размашистые. Не бороться, говорит рефери. Плотно перекрывается Азиза Якубова. Хорошая атака в исполнении узбекской спортсменки на короткой дистанции. Бокс. Джеб бросает Юлия Панасович, попадает в защиту. Плотно вяжут друг друга. Ну и да, и периодически начинает так вот побарываться. Опять набрасывает переднюю руку Юлия Панасович. Здорово сейчас атаковала Азиза Якубова. Под шаг и плотный удар с передней руки в исполнении спортсменки из Узбекистана. Тут немного смазала удар Азиза. Но что я хочу сказать, на фоне двух предыдущих противостояний этот поединок получается более конкурентным. Без какого-то такого очевидного преимущества. Ну, по крайней мере, если судить по первому раунду. Хорошо, сейчас попадает Азиза Якубова, подшагивает и снова бросает. Заканчивается первый раунд постепенно. Пытается сблизиться. Азиза попадает сильнейшей рукой и вот так цепляет ее на исходе раунда Юлия Панасович. Давайте еще раз посмотрим наиболее яркие эпизоды предыдущего раунда. Да, и говорят сейчас Юлия Панасович, что нельзя бить открытой перчаткой. Видимо, этим она немножечко злоупотребляла. Итак, второй раунд. Азиза Якубова идет опять вперед. И вот так встречает ее Юлия Панасович. Набрасывает переднюю руку, пыталась тут же добавить сильнейшую, но вместо этого сама пропустила навстречу сейчас Юлия Апанасович. Да, конечно, стоит добавить то, что Азиза Якубова не просто участвовала, да, в чемпионате страны, она его выигрывала. С опытом тоже все в порядке у этой спортсменки. Ну а что такое узбекская школа бокса, я думаю, наверное, никому рассказывать не надо. Даже победа на национальном чемпионате, это тоже достаточно статусно. Выцеливает сильнейшей рукой Азиза Якубова. Раздергивает.
подшагивает, на широком шаге идет вперед, но вот сейчас пропустила, прозевала джеб. Азиза Юлия Апанасович тут же подловила и тоже пытается включить немного обороты. Спортсменка из Беларуси где-то подвзорваться немного на коротке. Оу! Мощная какая плюшка сейчас прилетела от Азизы Якубовой. С сильнейшей руки. Да, и говорят сейчас Апанасович, что надо продолжать вот этот прессинг, давление, постоянно идти с ударами, не ждать соперницу, действовать самой, работать первым номером, агрессором. Не, не, по затылку не бей. Бокс! Да! По спине не бей. Уже на русский язык переходит рефери. Ну, в принципе, здесь почему бы нет, обе спортсменки с постсоветского пространства. Ух, мощная серия по туловищу в исполнении Апанасович. И тут же, разрывая вот этот мини-клинч, бросает боковой Азиза Якубова. Очень упорное противостояние, конечно, получается. Хорошее, четкое попадание от Якубовой. Заканчивается второй раунд. В корпус прикладывается Апанасович. Ну и как дальше? Раунд окончен. Итак, друзья, третий раунд начинается. Азиза Якубова против Юлии Апанасович. Не дотягивается сейчас Апанасович. А вот сейчас хороший удар с передней руки залетел. Забрасывает переднюю руку Апанасович. Бокс. Так немного заваливаясь вперед идет Азиза Якубова. Чуть-чуть она сбавила в инициативе. Но, возможно, это такой мини-отдых. Небольшое затишье перед бурей в исполнении Азизы Якубовой. Выцеливает Юлия Апанасович. Попасть пока что не удается. Идет вперед. Вот сейчас неплохо и в туловище приложилась Апанасович. И вот такой ответ от Азизы Якубовой. Обоюдными попаданиями сейчас обменялись. Ждет Юлия Апанасович, когда Азиза Якубова начнет идти вперед, чтобы встретить. Хорошо опять закрылась белорусская спортсменка.
шаг назад. Бокс. Ну и плавно у нас заканчивается третий раунд. Так, уже немного обе подсели, устали, вот вследствие чего и получается такая борьба. КПД ударов снижается, много промахов обоюдных. Набрасывает сейчас Юлия Апанасович. Боковые удары. В принципе, неплохо защищается Азиза Якубова. Хорошо попадает сильнейшей рукой. Поединок окончен. Ждем судейский вердикт. Ну, скажу еще раз, эта дуэль получилась достаточно обоюдно острой. Азиза Якубова выигрывает этот поединок, проходит дальше, с чем мы ее и поздравляем. Давайте еще раз насладимся вот этим остросюжетным поединком двух прекрасных девушек. Друзья, у нас очередной поединок между девушками весовой категории 51 килограмм. Ну и для наших зрителей этот бой будет вдвойне интересен, потому что пройдет он с участием россиянки Екатерины Пальцевой. Она в синем углу. Екатерина — чемпионка мира 2019 года. Также годом ранее становилась чемпионкой Европы. С 13 лет Екатерина Пальцева занимается боксом. Первым тренером был Александр Селищев. До этого практиковала кикбоксинг. Ну а уже, как я говорил, в 2018 году выиграла не только чемпионат Европы, ранее она побеждала на чемпионате России. Или вот этот живота на голову должен быть стремительный. Да-да, как двойка. Сильно не садись вниз. Просто тут буквально чуть-чуть дернула. Ну, ее соперница из Бразилии, Грацели Жезус де Соуза. 30 лет этой спортсменке. Она из Сан-Паулу.
watching ahead. No slap. Please listen my comment. Good luck. Touch your hand. Итак, первый раунд. Екатерина Пальцева против Грацели Жезус де Соуза. Идет вперед Пальцева. Да, ну и что касается возраста, то Кате 24 года. Ну и добавлю также, что хоть и сейчас она выступает за Московскую область, но родом она из Краснодарского края. Хорошая серия от Екатерины. И расстегнулся шлем. Приведена экипировка в порядок. Екатерина Пальцева снова идет вперед. Подшагивает Пальцева. Дергает. Продолжается такая битва нервов. Хорошо оттянулась сейчас Екатерина Пальцева, не давая попадать по себе. Завязались друг на друге. Дергает Пальцева снова. Отшагивает, но пока что не попадает четко. Так, постреливает. Натыкается сейчас на удар бразильянка. Явно с опаской она относится. Осторожно работает против нашей соотечественницы. Ну, так старается серийно на взрыве работать. Екатерина Пальцева. Так челночит. Екатерина и сближается, идет в атаку, сама при этом пропускает. Но успела выбросить серию. Двойной джеб и сильнейшей рукой завершала комбинацию сейчас Екатерина. Первый раунд постепенно заканчивается. Вот сейчас здорово в оттяжке, не дает по себе попадать. Екатерина, так, его так зарубились, фактически одновременно с гонгом. Первый раунд окончен. Будем ждать продолжения. Не пережидай, Кать, не пережидай. Долго начинай. Сама, ну, передняя ручка. Разорвала, бей. Руки раз, ее отпускай. Пусть летят. Да, там, сюда. Хорошо? Все хорошо получается. Что там? Ничего, молчат. Одобрительно сейчас высказывались секунданты в углу Екатерины Пальцевой. Сказали, что все получается хорошо. Но тут трудно поспорить. Действительно, пока что все нормально у нашей спортсменки. Вот здесь же на месте надо зарубиться, понятно? Вперед. Что значит? Давай. И в сторону ближе скручивай. Итак, второй раунд. Екатерина Пальцева против Грациль Джезус из Бразилии.
И вот снова такую плотную взрывную серию бросает боковыми Екатерина Пальцева. Набрасывает. И мощная серия. Еще одна с сильнейшей руки. Выкидывает Пальцева. Опять подшагивает. Хлестка так джебом. Встречает еще один сдвоенный джеб в исполнении Пальцевой. Здорово, снова попадает Екатерина. И вот так начинает кружить вокруг соперницы, не давая ей толком сфокусироваться. Да, ну может где-то чуть-чуть прихватило, но моментально разрывая клинч, разрядилась плотненькой комбинацией в голову. Сейчас еще один прямой прилетел четко во второй этаж от Екатерины Пальцевой. Да, ручки повыше, на место, говорят секунданты, все верно. Разорванная дистанция, сближается Екатерина, еще раз набрасывает. Обстреливает голову, фактически не дает нормально присмотреться к себе, к своей сопернице. Постоянно летят удары. При малейшем сокращении дистанции летит фактически пулеметная очередь от Екатерины Пальцевой. Раздергивает джебом, кружит, парит Екатерина. Да, ну вот такое суровое устное внушение от рефери. Раунд окончен. Все отлично. Не заставишь, не оставаться. Спинки, спинки, после атаки, спинки, спинки, выход оттуда. Также на ножки, все, передние ручки все время вызываем, дергаем ей. Очень хорошо, когда ты здесь. Хорошо, ты когда дергаешь сюда, понимаешь, всегда, всегда. Где-то разрыв, где-то отсюда, где-то отсюда. Давай, все, последний раунд, последний раунд. Ни капли после, не стоять. После своей атаки руки возвращаются. Итак, третий раунд. Пошел размен. Пытается Грациэли попадать, постреливать, но не получается. Хорошо разрывает дистанцию Екатерина Пальцева. Здорово передвигается на ногах, смещается постоянно. Ну и тут зашли фактически в клинч. Снова делает замечание рефери спортсменкам, что нельзя прихватывать друг друга. Хорошо, здорово опять. Сильнейшей руки попадает Екатерина.
Низко опущены руки, кстати, у Грацель. И как раз таки это становится следствием того, что она нередко пропускает в голову. То есть забывает о блоке, о защите. Ну, хотя, возможно, это манера такая у спортсменки. Достаточно открытая. Не так часто мы ее видим, чтобы досконально знать стиль ведения боя у Грацель Джезус де Соузы. На отходах здорово сейчас действует Екатерина Пальцева. Сильнейшей рукой достает ее Пальцева. Достает бразильянку. Здорово перекрылась. Опять разорвана дистанция. И отлично встречает Екатерина Пальцева. Прямые, боковые. В принципе, процентов 70-80 прилетает четко в цель из всего выброшенного. Выманивает на себя Екатерина соперницу. Полминуты до конца поединка. Выманивает, вынуждает на ошибки. Переднюю руку бросает и продолжает вот так порхать. Навязывая удобную для себя дистанцию. Все это делает Екатерина Пальцева. Ну, с другой стороны, чемпионка мира. Послушаем, как судьи оценят это противостояние. Но, по-моему, Екатерина превзошла соперницу по всем статьям. Затягивается немного объявление победителя. Но все-таки, да, Екатерина Пальцева выигрывает, проходит дальше. Наши поздравления Кате и ее команде. Итак, друзья, мы в ожидании еще одного поединка, который начнется буквально сейчас. Ринга. И
Он также представляет для нас дополнительный интерес. Потому что в ринге мы с вами увидим еще одну представительницу России. Саадат Далгатова. Серебряная призерка чемпионата мира. Бронзовая призерка чемпионата мира 2019 года. Бронзовая призерка чемпионата Европы. Участница Олимпиады. Саадат Далгатова, родом из Хунзахского района, Республика Дагестан. Ну и ее соперница, представляющая Непал, Бимала Шрестха. В красном углу. Рефери уже в ринге, все готово. Да, и это уже весовая категория 69 килограммов. На бумаге очевидным фаворитом выглядит Саадат Далгатова. Посмотрим, что будет в ринге. Ну и, разумеется, будем переживать за нашу спортсменку. Первый раунд. Саадат поджимает. Набрасывает активно переднюю руку. Пока что не дает по себе попадать она своей сопернице из Непала Бимале Шрестхе. Ой, хорошая какая комбинация. Передней рукой в корпус и сильнейший в обвод руки четко в голову. Отрабатывала сейчас Саадат Далгатова. Легко пока работает Саадат. Пока что, как и подобает фавориту, ведет этот поединок, диктует правила, так если образно выражаясь, под шаг, ну и выглядит, конечно, пофактурней Саадат, нежели ее соперница. А вот пропускает сейчас, заигралась где-то. Хорошая комбинация. Заходит у Саадат. Здорово, конечно, что стартовал такой представительный масштабный турнир у нас в стране. И, вот, например, для той же Саадат Далгатовой это хорошая возможность поскорее забыть эту олимпийскую неудачу и сфокусироваться на новых достижениях. Сейчас здорово. Зацепила передней рукой, тут же сильнейшую добавила, сменила стойку у Саадат. Мощно очень атакует, вкладываясь в удары. И продолжает доминировать российская спортсменка. Опять поджимает боковой, бросает и нокдаун. Улыбается Штресха.
Стоп! А раунд окончен. Не слышно нам, что говорят Саадат Далгатовой, но, может быть, это и правильно. Полностью раунд она забирает. И пока что без каких-либо сюрпризов в этом поединке. Второй раунд. Снова поджимается Саадат Далгатова. Вот так выбрасывает мощный джеб, как из башенного орудия. Ну, ЦСКА представляет. И вообще это чемпионат мира среди военнослужащих. Поэтому такие аллегории, я думаю, уместны. По крайней мере, на этом турнире. Двойной джеб набрасывается. Да, Далгатова преследует, поджимает. Постепенно наращивает мощь россиянка. Хорошо сейчас на уклоне сработала от встречной атаки. Ушла Саадат Далгатова. Сама идет вперед. Еще раз правой добавила. Снова вылетает передняя рука. Тут же двойкой заходит в ближнюю дистанцию. Саадат Далгатова. Продолжай раздергивать, говорят секунданты. Ну все, по-моему, правильно сейчас делает Саадат Далгатова. Безоговорочно доминирует в этом раунде. Здорово оттянулась, не дает по себе попадать. Еще один мощный удар сильнейшей руки. Тут же джебом добавила. Ну, по-моему, перчаткой открытая. В попыхах немного заигралась и пробила. Наша спортсменка сделала рефери на это свое замечание. Опять активно использует переднюю руку. Саадат в туловище попадает. И снова открывается счет. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так продолжается бой. Встречает сейчас Саадат Далгатова. Хорошо, через руки. Как нож сквозь масло выбросила удар. Опять поджимает. И раз за разом попадает Саадат Далгатова. Демонстрируя свое объективное превосходство в классе и в опыте. Окончен раунд. Итак, у нас впереди еще один раунд.
Садат Долгатова против Бимала Шреска. No holding. Blue, no slapping. Box! Ну что, поехали. Раунд номер три. Садат Долгатова снова начинает активно забрасывать ударами свою соперницу. Просто-напросто не оставляя никаких шансов для более-менее такой конкурентной оппозиции. Еще два удара пропускает спортсменка из Непала. Непросто ей, конечно, сейчас приходится, когда тебе достается такая бешеная конкуренция в лице Саадат Долгатовой. Кстати, сейчас Саадат тоже пропустила один удар навстречу, но это, в принципе, учитывая все, что было в этом поединке на текущий момент, просто капля в море. Дергает Саадат и снова двойку выбрасывает четко в голову. Тут даже шлем уже задирается едва ли не на затылок у спортсменки из красного угла. Ну а Саадат говорят, что не надо останавливаться, не отпускать оппонентку, продолжать ее забрасывать ударами, сериями, комбинациями. Не давать отдыхать. Да, конечно, очевидное преимущество. Но, тем не менее, на всякий случай нужно, конечно же, даже в таком соперничестве выкладываться на всю катушку, на все 100% во избежание каких-либо неприятных сюрпризов. Хорошо опять попала Саадат Долгатова. Stop! Red, head, up. Stop! Так тут немного повисают друг на друге. Последние секунды этого противостояния. Саадат Долгатова и Бимала Шреска. Здорово работает в защите, уклоны. Фактически не дает никаких шансов. Саадат Долгатова просто-напросто на классе переезжает она соперницу. Поединок окончен. Ну, исход, по-моему, более чем понятен. Даже не дожидаясь официального вердикта, старалась Бимала, но тут, как говорится, шансов не было. Ну что, друзья, давайте порадуемся за Саадат Долгатову. В принципе, это рабочая победа, одержанная на классе. Желаем нашей соотечественнице и дальше триумфально идти по турнирной лестнице. Нам еще раз повторяют яркие эпизоды этого поединка. Ну, за яркость тут отвечала, безусловно, только Саадат Долгатова.
Друзья, мы с вами в ожидании шестого противостояния в ринге А. Опять весовая категория 69 килограммов. Женщины. И в ринг сейчас выйдут представительница Шри-Ланки Виракон Ван Кашми и ее соперница из Бразилии Дос Сантос Барбара Мария. Итак, все готово уже к началу этого противостояния. Кашми, Виракон Ван и Барбара Мария Дос Сантос. Шри-Ланка против Бразилии. No holding. Very carefully listen. Checking. Бокс! Итак, первый раунд. Поехали. Барбара Мария Дос Сантос против Кашми Виракон. Бразильянка в синей форме, соответственно, представительница Шри-Ланки. Красная. И вот такие атаки вылетают сейчас от Барбары Марии. Переднюю руку набрасывает Барбара Мария. Так поджимает. Еще раз джеб. И здорово попадает. Что тут будет? Открыт счет. Да, есть нокдаун. 5, 6, 7, 8. Показывает Кашми Виракон Ван, что все в порядке. Готова она продолжать. Снова дергает, поджимает. Представительница Бразилии Барбара Мария Дос Сантос. Хорошая серия с двух ударов, с двух рук, простите, от бразильской спортсменки. Старается как-то действовать активно. Девушка из Шри-Ланки, но ничего фактически у нее не получается. Вынуждена она заваливаться, пропускать удары. Снова открывается счет. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если так пойдет дальше, то вполне возможно, что Барбара Мария выиграет этот поединок за явным преимуществом. И еще раз попадает, и еще раз, и еще раз. Третий нокдаун. Бокс! Да, по-моему, отказались секунданты от продолжения поединка за 48 секунд до совершения первого раунда. Ну да, действительно, многовато нокдаунов. Нужно поберечь здоровье.
Пока что сложно Кашми Веракон боксировать на таком уровне, как мы видим, с такими соперницами. Ну и поздравления. Поздравления спортсменки из Бразилии. Барбара Мария дос Сантос. Барбара Мария Сантос идет дальше, и будет интересно понаблюдать за ее боксом на этом турнире. Еще раз показывает перипетии этого скоротечного поединка. Итак, уважаемые поклонники бокса, у нас седьмой поединок. Это снова девушки. И сейчас мы с вами станем очевидцами казахстанско-французской дуэли. Жасмин Кизатова и Паул Окене. Весовая категория все та же, 69 килограммов. Приглашается Жасмин Кизатова, Казахстан. Асиан Поль, Франция. Да, Жасмин Кизатова, представляющая Казахстан, становилась не так давно бронзовой призеркой молодежного чемпионата мира в Кёльце, что в Польше. Ну и ждем ее соперницу. Вот она, Паул Окене, представляющая Францию. Да, друзья, ориентировался я на, вот видите, на официальный протокол. Но все-таки, согласно, наверное, правилам французского языка, не Паул Окене, а Поль Осеане. Да, так, наверное, будет правильнее произносить имя и фамилию этой спортсменки. Ну, а как произносить имя и фамилию Жасмин Кизатова, я думаю, вы все и без меня прекрасно знаете. Boxers, I want a good clean fight. I want you to listen to me at all times. Mind the heads, punch above the waist. No holding, no slapping. Touch gloves. Watch your corners. Ну что, первый раунд. Поехали.
решили не откладывать дело в долгий ящик спортсменки. Сразу же приступили к работе на встречных курсах. Хорошо сейчас спортсменка из Казахстана сблизилась с ударами. Поджимает француженку. И еще один мощный хлесткий удар сильнейшей руки. Вылетает от Жасмин Кизатова. Еще одна двойка по корпусу. Ух, отличный силовой джеб в исполнении Жасмин Кизатовой. Да, это было ожидаемо. Открывается счет. Что-то рассечение. Да, и, по-моему, да, секундант снимает свою спортсменку с поединка. Наше поздравление команде Казахстана, ну и непосредственно Жасмин Кизатовой. Да, все скоротечно получилось. Жасмин Кизатова проходит дальше. Давайте еще раз полюбуемся великолепной работой Жасмин Кизатовой и будем ждать очередных противостояний. Итак, друзья, у нас наступает пора мужских поединков в ринге А. Программу ринга продолжают предварительные поединки мужчин. Бой номер 8. Весовая категория 69 килограммов. Рефери поединка судья международной категории Вячеслав Цветов, Беларусь. Ринг А. В ринг А приглашаются Дан Бахадур Дарлами, Непал, Криспин Муйми, Кения. Итак, вы слышали, дорогие друзья, но я еще раз повторю. Представитель Непала Дан Бахадур Дарлами сразится с его коллегой из Кении Криспином Муреми. Весовая категория 69 килограммов.
head up, no low blow, no holding. Listen to my comment, okay? Good luck, guys. Go to the zone. Ну что, практически все готово к старту первого мужского поединка на ринге А. Бэкс! Ну что, первый раунд. Криспин Муреми, представляющий Кению, в синей форме против Дан Бахадура Дарлами из Непала. Поджимает сейчас Криспин. Шагивает, попадает. Длинные руки, какие у Криспина Муреми. Еще раз попадает в голову. Аккуратно старается действовать в ответ его соперник из Непала. Дан Бахадур Дарлами. Ой, какая серия сейчас от Криспина. Прямо в канаты вбил фактически. Кениец своего оппонента. А вот такой ответ от Дан Бахадура. Не все у него пока что получается. Немало ударов вылетают по защите. Ну или вот, как сейчас мы видели, продемонстрировал нам Криспин Муреми искусство защиты. Нырков, уклонов. Хорошо владеет корпусом. Еще один уклон. И тут же зажимает в канаты. Аж оператора чуть не снесли. Не долетают удары Дана Бахадура. А Криспин Муреми вот так как хищник пытается в силки затащить своего оппонента. Но я думаю, Дан Бахадур с ролью жертвы совершенно не согласен и будет делать все, что только возможно, все, что только в его силах. Джаб выбрасывает от бедра сейчас Дан Бахадур. И снова великолепная... Великолепные навыки в обороне. В защитных действиях демонстрировал нам Муреми Криспин. И нокдаун. Вот она, эта комбинация. Точнее, там хватило одного удара. Даже не пришлось комбинировать. Криспину Муреми раунд окончен. И пока что кениец выглядит явно предпочтительнее своего визави. Вот как раз нам повторяют самые яркие эпизоды первого раунда. Ну и ожидаемо был оформлен нокдаун Криспина Муреми. Очень техничный, мощный боксер. Просят секундантов удалиться. Второй раунд у нас сейчас с вами начнется. Ну что, второй раунд. В первом Криспин Муреми безраздельно царствовал в ринге.
И даже счет открывали его сопернику. Посмотрим, что будет сейчас. Удастся ли не пальцу что-то изменить Дану Бахадуру. Нет, не попадает Дан Бахадур. Также Криспин Муреми. Как же здорово, какой же он пластичный. Ох, а вот сейчас было здорово. Заигрался Криспин Муреми. И тут же наказал Дан Бахадур. Но будет ли развитие? Или это такой редкий удачный эпизод у непальского боксера? Перекрывается. Криспин Муреми продолжает преследовать. Попадает. И снова счет открыт. Тут болтануло, по-моему, Дана Бахадура. Набрасывает переднюю руку Дан Бахадур. Криспин Муреми опять здорово подседает, уходит от атаки. И тут же оттянулся, опять не дает по себе попадать боковым. Боковой от Криспина Муреми, который в данную секунду подтверждает, что Кения — это не только страна великолепных легкоатлетов, но и с боксом тоже все очень даже неплохо. Ох, еще раз. Плотно попадает. Криспин Муреми идет вперед. Да, по затылку бить нельзя. Говорит рефери. Криспин Муреми наседает, раздергивает, вынуждает нервничать он своего оппонента. Обводящий удар, но прилетает он у Дана Бахадура четко в защиту. Отчет последних секунд во втором раунде. Ну, можно сказать, что Дан Бахадур все-таки этот раунд провел получше, нежели чем первый. По крайней мере, он не пропускал так много. Посмотрим на развязку в заключительном отрезке. Итак, третий раунд. Криспин Муреми, представляющий Кению, против спортсмена из Непала Дана Бахадура. Первые два раунда уверенно забрал Криспин Муреми. Ну и давайте наблюдать, что будет дальше. Ну а в принципе, прямо здесь и сейчас ровным счетом ничего не меняется. Криспин Муреми перебивает, переигрывает своего оппонента. По большому счету, за 2,5 раунда все, что мы могли наблюдать в исполнении непальца, это один хороший боковой. А тут счет открывается еще раз. Снова нокдаун. Ну, может быть, секундантам пора вмешаться. Хотя 2 минуты осталось, можно, в принципе, добоксировать.
секундантом не пальца, безусловно. Если кто не сначала смотрит этот бой, в котором безоговорочно доминирует кенийский боксер Криспин Муреми. Промахивается Дан Бахадур и пропускает снова. Ну что, вот такой он, чемпион Кении Криспин Муреми. Так он заявляет о себе в начале турнира. Ну и, скажем так, призывает наблюдать за ним повнимательнее всех поклонников бокса. Хорошая техника, интересный, яркий спортсмен. Тяжеловато дышит Дан Бахадур. Он старается, конечно, пытается выкладываться на всю, но какую бы силу характера, силу воли ты не проявлял, если у тебя явный недостаток в технике, и в классе, и в опыте, поделать тут ничего невозможно. Да, вот так вот, без особого напряжения, продолжает Криспин Муреми уверенно идти к своей победе. Ну, прихватывать, да, нельзя, но... В любом случае, какие бы замечания не получал Криспин, очевидный факт, что он на голову сильнее. Окончен поединок. Слушаем официальный вердикт. Муреми выигрывает это противостояние. Наши поздравления боксеру из Кении. Вашему вниманию нарезка самых ярких фрагментов этого поединка. Криспин Муреми и Дан Бахадур Дарлами. Ну что, друзья, мы продолжаем. И еще одна интересная дуэль, арабская. Получается, представитель Йемена Заид Мохаммед Мансур Али
против боксера из Ирака Карави Хайдера Абдул Ридха. Весовая категория пока что неизменна. 69 килограммов. Идет инструктаж. Ну и все уже готово к старту еще одного противостояния. Первый раунд. Ну и так вот сразу с мощных ударов начинается это противостояние. Фактически забрасывает сейчас тяжелейшими атаками представитель Ирака своего оппонента. Карави Хайдер Абдулридха. Джеб. Серия в корпус. Вылетает от йеменца. И здорово атакует представитель Ирака. Карави Хайдер Абдулридха. Подшагивает, переднюю руку выбрасывает. Широко держит блок боксер из Йемена. Это может повлечь за собой необратимые последствия. Опять джаб. That's okay. Box. Передняя рука и тут же по корпусу. И потом боковым завершает комбинацию представитель Ирака. Еще одно попадание. Точное, сильной руки от Карави Хайдера Абдулридха. Тяжело пока приходится Заиду Мохаммеду Мансуру Али. Снова джеб. Еще один. Обыгрывает сейчас Карави Хайдер Абдулридха своего соперника. Поджимает. Стоп! Стоп! Харапи. Бокс. Длинные рычаги у Карави. Чем он хорошо пользуется. Сейчас здорово оттянулся. Под шаг. Раунд окончен. Я хочу, чтобы
Итак, второй раунд сейчас начнется. Заид Мохаммед Мансур Али против Карави Хайдера Абдулридха. Чемпионат мира среди военнослужащих в Москве. В первые три минуты доминировал фактически представитель Ирака. Ну, то же самое он пытается делать и сейчас. И, в принципе, нельзя сказать, что он испытывает какие-то сложности с этим. Хорошо использует длину своих рук. Иракский военнослужащий. Здорово, сбоку попадает. Нокдаун. По корпусу бьет представитель Ирака. Еще одна двойка. Прям прошивает блок соперника. Еще один нокдаун. И продолжается поединок. Джеб. Поддавливает сейчас боксер из Ирака. Так немного уже болтает спортсмена из Йемена. Тут плотная серия в корпус. Как бы это ни закончилось еще одним нокдауном. Низко наклонив голову, пошел вперед боксер из Йемена. Раунд окончен. Ну что, друзья, безусловно, доминировал представитель Ирака все эти два раунда, оформил два нокдауна. Ничего не остается его визави из Йемена, как только лишь демонстрировать силу духа и продержаться еще три минуты. Карави Хайдер Абдулридха продолжает атаковать.
Бросается на него вот так немного опрометчиво. Мохаммед Мансур Али Заид. Пытается боковыми набрасывать, но тут ничего не долетает. О, хороший, плотный удар. Боковой в голову пытается бросать Заид. Ну и тут уже, видимо, наверняка старается дорабатывать Карави Хайдер Абдулридха. Особо не рисковать. Понимает он, что поединок хорошо складывается. А вот сейчас боковой-то пропустил такое редкое удачное действие в исполнении йеменского боксера. Еще один нокдаун. На последней минуте этого противостояния, что делает исход этого соперничества более чем понятным, очевидным. Как бы сейчас ни старался Заид, представитель Ирака на порядок сильнее, техничнее и обученнее. Ну вот еще одна серия, которую фактически играючи выбрасывает Карави. Хлесткий удар с передней руки в исполнении Карави. Да, и здорово разрывает дистанцию боксер из Ирака. Поединок окончен. Послушаем официальный вердикт. Да, заслуженная, закономерная победа Абдулридха Карави Хайдера. Наши поздравления боксеру из Ирака. Еще раз посмотрим повтор, дорогие друзья, и будем ждать следующих поединков. Итак, друзья, мы в ожидании 10-го поединка
И в ринг сейчас выйдут Бани Ясен, Салахайдин Али из Иордании и представитель Шри-Ланки Дапура Лиянаге Рушан. No holding, come on. No holding, slapping, head up, look blue. Heart break, step back. Okay, check. Итак, первый раунд. Иордания против Шри-Ланки. Бани Ясин Салахайдин Али представляет Иорданию, и его соперник из Шри-Ланки Дапура Лиянаге Рашан. Проверяют друг друга, такая разведка боем. Но может быть где-то чуть поактивнее представитель Иордании. Ну а сейчас очевидно поактивнее иорданец. Подшагивает, уклоняется, бьет. Обводящим пытается с передней ручки атаковать боксер из Шри-Ланки Дапура Лиянаге Рашан. И нокдаун. Пропускает удар навстречу. Улыбается, показывает, что все это как бы пустяки. Но мы-то знаем, чего стоят подобные пустяки. Продолжается это противостояние. И еще более активно и агрессивно пошел вперед представитель Иордании Бани Ясин Салахайдин Али. Вот как здорово джебом прям втыкает в подбородок сопернику свою руку. Иорданец подшагивает. Двоечка от иорданца. Не достает. Не достает боксер из Шри-Ланки своего оппонента. Опять выбрасывает переднюю руку, попадает. Снова двойка. Окончен раунд. Ну, по-моему, полное преимущество представителя Иордании Бани Ясина Салахайдина Али. Субтитры сделал DimaTorzok.
please. Aim. Box. Ну что, второй раунд. И посмотрим, удастся ли что-то изменить в свою пользу представителю Шри-Ланки Дапура Лианагирашану. Потому как пока что Бани Ясен Салахайдин Али гораздо точнее, техничнее, агрессивнее, в хорошем смысле, конечно же, в спортивном. Вот и сейчас он продолжает напирать, прессинговать своего оппонента. Раз, два, и снова вперед. Играющий даже несколько так отрабатывает этот эпизод Бани Ясен Салахайдин Али. С низко опущенными руками, но продолжает вот так поджимать. Иорданец, опять он четко попадает и как бы не старался сближаться. Боксеры Шри-Ланки, тем не менее, никаких дивидендов ему извлечь ощутимых не удается из этой работы на короткой дистанции. Хороший какой джеб, четко, как к себе домой. И еще раз попадает иорданец. Подшагивает, бросает удары. Боксер из красного угла. Бани Ясен. Еще один джеб. Двойка. Да, бедный подбородок, конечно. Дапура Лианаги. Очень много пришлось принять ему ударов. И это всего лишь только второй раунд. В голову и в корпус тут же бьет представитель Иордании Бани Ясен. Отступает Дапура. Пытается бросать контрудары, ничего не долетает. Ничего. Подшагивает Бани Ясен. Раунд окончен. Здесь он тоже выглядел гораздо эффективнее, нежели его соперник. Третий раунд у нас стартовал, и начинается он снова с атак представителя Иордании. Бани Ясена. Хорошая плотная двоечка в исполнении иорданца. Еще один джеб залетел в подбородок и снова добавляет Бани Ясен.
Снова джеб. Ну вот такой редкий, но меткий ответ от представителя Шри-Ланки. И снова джеб, четко в голову. Что интересно, даже когда изредка попадает Дапура Лианаги, то такое ощущение, что он бьет по какому-то монолитному памятнику. То есть вообще даже ни малейшего содрогания от Бани Ясина, который продолжает идти вперед и делает все, чтобы уверенно завершить этот поединок своей победой, если не досрочно, что не так уж часто и происходит на турнирах по олимпийскому боксу, то, по крайней мере, уверенно по очкам. По корпусу попадает Бани Ясин. Последняя минута. Еще один удар залетает в цель. Два в голову, два в живот. И снизу попробовал закончить. Но тут немного смазал. Но, тем не менее, все равно комбинация достаточно эффективная у иорданца. 25 секунд до конца. Листов подшагивает. Опять бросает переднюю руку. Бани Ясин, хороший джеб, четкий. Бой окончен. Ну, фактически не сомневается Бани Ясин в том, что именно он окажется победителем. И его оптимизм, я думаю, можно разделять всем. Ну, чего и следовало ожидать. Бани Ясин Салахайдин, победитель этого поединка. Наши поздравления иорданской команде. Ну и кто сначала не смотрел, вот вам возможность как раз-таки узнать, за счет чего Ясин выиграл этот бой. Рингхан. 11-й поединок весовой категории 69 килограммов. Рефери боя Артур Голух, Польша. Друзья, у нас сейчас начнется еще одно интересное противостояние. Интересное в первую очередь для нас, для поклонников бокса в России, потому что представитель
Алжира, Аитбека Сигурта будет противостоять нашему соотечественнику Ивану Ступину. Весовая категория все та же, 69 килограммов. Итак, первый раунд. Иван Ступин против Аитбека Югурты. Иван Ступин, мастер спорта, чемпион России и Европы среди молодежи, бронзовый призер чемпионата России. Родом он из Хабаровска. Ну, что известно про Аитбека Югурту, то, что он участвовал на турнире в китайском Ухане, но там не преуспел. Челночок включает Иван Ступин. Активен он на первых минутах. Постоянно дергает джебом. Снова переднюю руку постоянно держит на готове Иван Ступин. Рассечение получил Иван. Надеемся, это не помешает проведению поединка. Плотно отвечает, кстати, Югурта. Видно, что не самый простой оппонент достался нашему соотечественнику. Еще одна серия вылетает от алжирца. Очень активно он работает. Не, вы знаете, друзья, по-моему, я все-таки ошибся. Нету там сечки. Так, просто покраснение. Все нормально с Иваном. Так, в динамике и при определенном освещении создается такое впечатление. Но это просто небольшая гематомка. Вот такой ответ от Югурты из Алжира. И достаточно динамично развиваются события в этом раунде. По корпусу хорошо пробивает Иван. Последние секунды первого раунда. Ну что, будет включение на все обороты. Одиночный набрасывает Аитбека Югурта. Раунд окончен. Аитка, рассмотрим продолжение боя, готовится Югурта Аитбека Алжир. Да, ну вот сейчас при близком рассмотрении мы видим, да, что есть просто небольшая ссадина, которую я изначально принял за сечку. К счастью, это не то повреждение, которое мешает нормально боксировать. А раунд получился очень конкурентным. Итак, второй раунд. Иван Ступин, представляющий Россию, и Аитбека Югурта. Хороший обводящий удар с передней руки в исполнении Ступина. Здорово, с сильнейшей руки попадает. Сейчас тут же закрывается от встречной атаки Иван.
Еще один хороший джеб залетает. Да, и говорят Ивану, что нужно постоянно быть активным, нельзя застаиваться, давать сфокусироваться своему сопернику. Не долетают сейчас удары у Югурты. Иван аккуратен. Хорошее попадание от Ступина. И показывает Иван, да, что был удар по затылку. Обратил внимание на это и рефери. Да, и больше акцент на левую руку. Говорят Ивану Ступину, сейчас его угловые. Активен на ногах Иван Ступин. Хорошо, попал сейчас Ступин. Попытался также динамично отработать, откомбинировать Айтбека Югурта. Тут Ступин хорошо выставил блок, очень все своевременно сделал. И снова продолжает забрасывать плотными ударами. Иван Ступин. Что вынуждает немного повисать Айтбека Югурту и идти в клинч. Ну и первым номером теперь старается работать алжирец. Понимает он, что раунд не самый лучший для него. Есть еще время для того, чтобы как-то изменить картину поединка для алжирца. В то же время секунданты Ивана Ступина говорят, что работай сам, действуй первым номером. Нагнетай, постоянно дави и боксируй, боксируй. Еще одно хорошее попадание, но в область затылка. Окончен раунд. Очень напряженное соперничество получается. Быстрые двойки. Вот о чем говорят сейчас в углу Ивана Ступина. Да, скорость, постоянное доминирование, работа первым номером. Вот они, в принципе, те слагаемые успеха. По мнению секундантов российского боксера. Ну что, третий раунд. Держим кулаки. Хорошо, с сильнейшей руки прошивает защиту сейчас Иван Ступин. Вот так бы все три минуты. Есть повреждения в области носа у Ивана, но сейчас, конечно, нет времени обращать на это внимание. Нужно забирать этот раунд уверенно. Чтобы не оставлять никаких вопросов. Прихватывает сейчас Югурта. Попадает, кстати, алжирец. И здорово отвечает Иван Ступин. Подшагивает, поджимает Иван Ступин. О, хорошо, но надо быть начеку. Потому что Югурта тоже отвечает. Попадает. Listen, my comment.
не прихватывать, еще раз говорит рефери. И это было адресовано как раз таки Ивану. Хорошо попадает сейчас передней рукой Иван Ступин. Вот такой ответ от алжирца. Цепляет передней рукой Иван Ступин. Последняя минута истекает. Хорош! Попадает сейчас опять передней рукой. Немножко финтил Иван. Сошлись тут опять в клинче. Команда «Брейк». И последние секунды в этом напряженнейшем поединке. Опять попадает передней рукой Иван Ступин. Сближается тут же с сильнейшей. Добавляет. Бой окончен. Ну... Это была непростая битва. Послушаем мнение судей. Все-таки Иван Ступин выигрывает этот поединок. Наши поздравления. Ждем Ивана снова в ринге. Ну а нам тем временем повторяют те самые эпизоды непростого противостояния Ивана Ступина и Айтбека Югурты. Ринг 12 бой, целая категория 81 килограмм. Передний поединок Бекшон Юсупов, Узбекистан. Ринг А, номер 12, 81 килограмм. Ринг Ну что, друзья, еще один поединок с участием нашего соотечественника Раджаб Раджабов в весовой категории 81 килограмм будет противостоять боксеру из Армении Рафаэлю Хованесяну. Раджаб Раджабов родился 22 июля 1996 года, является чемпионом 6-х летних всемирных военных игр, которые проходили в 2015 году. Ну а в 2017 году в Грозном становился
чемпионом России. Представляет московский клуб ЦСКА. Рафаэль Хованесян выступал на юношеском чемпионате мира. В 2018 году становился там пятым. Немного затягивается начало этого поединка. Наконец-то. Итак, первый раунд. Раджаб Раджабов и Рафаэль Иванесян. Раджаб Раджабов в красной форме. Поединок начинается сразу с таких напористых силовых атак Раджаба Раджабова. И попадает сейчас Раджаб. Попадает в подбородок. По корпусу бьет Раджаб. Еще один удар с передней руки. И вот ответ от Рафаэля Хованесяна. Сильнейшей руки он нашел все-таки брешь и тоже пробил навстречу. И неплохое четкое попадание. Еще один удар по туловищу от Раджаба. И отвечает Рафаэль Хованесян. Активно использует переднюю руку Раджаб Раджабов. Раздергивает джебом и буквально вносит удар в корпус, а сейчас пропустил в голову от Рафаэля Хованесяна. Пошел такой размен. Левый-правый отрабатывает сейчас Раджаб Раджабов. Отшагивает Рафаэль Хованесян. Хорошо попадает сильнейшей руки представитель Армении. Ну и тут ответ уже следует от Раджаба Раджабова. Уже на джебе он встречает. На коротке отрабатывал по корпусу сейчас Раджаб Раджабов. Боковым цепляет Раджабов. No holding. Stop. Stop. No holding. Box. Под шаг Рафаэля Хованесяна. В ближнем бою подзарубились немного. Раунд окончен. Ну, такое начало, я вам скажу, более чем обещающее. Сейчас
Второй раунд. Раджаб Раджабов, представитель России и боксер из Армении Рафаэль Хованесян. Разменивается плотными попаданиями боксеры. Ну и вот начало второго отрезка, оно такое же активное. Тоже с упором на силовую работу. Хорошо встречает Раджаб. И боковой заходит четко у Раджаба Раджабова. Еще один удар по туловищу. Подшагивает Рафаэль Иванесян. Но тут серия обоюдных промахов. По туловищу двоечку выбрасывает Раджаб Раджабов. Еще одно четкое попадание. Потом вылетела капа. Так, разбит нос у Рафаэля. Ну, чейка нос. Сейчас спокойненько, все, спокойно. Давай играй. Подожди, без меня начать. Первый раз. Бокс. Давай. Продолжается поединок. Переднюю руку выбрасывает Раджаб Раджабов и сам пропустил навстречу. Плотное попадание в подбородок. Так назад. Не удается пока что попасть. Раджабу Раджабову пытается преследовать Рафаэль Хованесян. И пропускает Хованесян, пытаясь сблизиться. Очень плотный конкурентный поединок получается. Говорят Раджабу, что нужно бить, нельзя застаиваться. Хорошо попадает еще раз Раджаба. О, вот эта серия сейчас прилетела. Пытается тут же реваншироваться Артур Хованесян. Нослип. Бокс. Бей удары. Удары бей. Еще одна двойка от Раджаба. Страсти кипят за канатами. Не только в ринге. Окончен раунд. Если встанут, отработают там близко.
атака наша. Стоп, head up. Бокс. Итак, третий раунд. Раджабов против Рафаэла Хованесяна. Очень напряженное соперничество. Были попадания как с одной, так и с другой стороны. Уклоняется сейчас Раджаб Раджабов от прямого столкновения. Набрасывает переднюю руку Рафаэл. Да, ну, попаданий пока нет. Попадает джебом Раджаб Раджабов. Тут же закрывается. По защите сейчас все отрабатывает. Рафаэл Хованесян. Хорошо, здорово попадает сейчас Раджаб. По второму этажу немало у него было четких прицельных ударов за этот поединок. И вот таким боковым попробовал сейчас ответить благодарностью. Оу! Вот это да! Открывается счет. Да, это не нокаут, это пока что нокдаун, но потерял при этом еще и равновесие Рафаэл Хованесян. Но, в принципе, учитывая плотность поединка, то как раз-таки вот этот нокдаун – это хороший козырь для Раджаба Раджабова в определении победителя. Еще одно попадание, и снова открыт счет. Второй нокдаун. Третий раунд просто блестяще проводит Раджаб Раджабов. Пытается поджимать Рафаэл Хованесян. 10 секунд уже меньше остается. По воздуху последний удар улетел у Рафаэла. Поединок окончен. Классный бой. Ну а мы сейчас с вами посмотрим, чью же руку поднимут. Да, Раджаб Раджабов выигрывает это противостояние. Наши поздравления. Благодарят друг друга боксеры. Идем дальше. Ну и давайте еще раз насладимся яркими эпизодами этого классного боя.
Итак, друзья, еще одно интересное противостояние весовой категории 81 килограмм. Салих Ибрагим Махамад, представляющий Иорданию, против оппонента из Южной Кореи Кима Гича. Boxers, head up, no holding, no low blow, no slapping. Listen to me, okay? Good luck. Итак, первый раунд. Салих Ибрагим Махамад, представляющий Иорданию, против корейца Кима Гича. В росте серьезной, в длине конечности превосходит своего соперника кореец. Мощно набрасывает. С двух рук Ким Гича. Еще один плотный удар сильнейшей руки от Кима. И вот такой ответ на джебе от Салиха. Хорошо попадает Салих. Тут же по корпусу и в голову. Listen to me, I come on. Head up. Box. Активно использует обе руки Ким Гиче. И плотно, сильнейший опять заряжает. Представитель Кореи. Боковой через блок. Мощно всаживает Ким Гиче. Как канатом поджал фактически он иорданца. Но тот устойчив. И даже не шелохнулся от всей этой серии. Еще один джеб в исполнении Салиха. По туловищу. Немного запрокинув голову, пошел вперед Салих. И снизу выцеливал Ким Гиче. Хороший джеб, плотный, в исполнении корейского боксера. Опять подшагивает. Сильной рукой доводит удар до логического завершения Ким Гиче. Раунд окончен. Спасибо.
Ну что, второй раунд начинается. Начинается он с атак Салиха. Но тут же картина меняется. И уже Кимгиче перехватывает инициативу. Опять он делает акцент на мощные силовые удары. Попадает сейчас под подбородок Салих. И еще одна хорошая двойка залетает. И вот такой ответ от Кимгиче. Пытается у канатов опять забросать ударами Кимгиче Салиха, но тот достаточно неплохо все выдерживает. Джеб в подбородок в исполнении Салиха из Иордании. Но Кимгиче старается быть верным себе и работать по большей части первым номером, агрессивнее. Хороший плотный удар по туловищу от Кимгиче. Еще один сбоку. И... Кто? Да, счет открыт. Все-таки добился своего, своим упорством и, и рвением к тому, чтобы все-таки пошатнуть как-то оппонента. Оформил нокдаун Кимгиче. Да, по туловищу тут же снизу в голову бьет Кимгиче. Еще один удар по туловищу. Апперкотами постоянно выцеливает. Второй нокдаун. Второй нокдаун. Но вот постепенно преимущество Кима Гиче становится все более и более явным. Еще один удар в корпус. Ух, и снова попадает. Ну что, все. Поединок окончен за явным преимуществом Кима Гиче. Еще один нокдаун. И, в принципе, судья решил, что довольно. Надо прекратить избиение. Да, поздравляем Кима Гиче с убедительнейшей победой. Он идет дальше.
Ну что, друзья, еще два поединка у нас осталось в рамках этой сессии на ринге А. И сейчас мы в ожидании Мохаммеда Али-Овади из Йемена и его оппонента из Пакистана Зия Белавала. Вес остается тот же, 81 килограмм. Да, вот как раз таки нам показали Мохаммеда Али-Овади. А это Зия Белавал. Итак, Мохаммед Али-Овади и Белаван Зия. Йемен против Пакистана. Ну и вот так начинает первый раунд Мохаммед Али-Овади. Подшагивает и выбрасывает плотные удары силовые. Прям заряжен на рубку Мохаммед Али-Овади. Никакой разведки. Пока что, правда, по площадям в основном он бьет. Как будто пытается снести защиту. А вот такая ответная комбинация четко в живот прилетает от пакистанца. Зия Белавала. Снова по корпусу набрасывает удары Мохаммед Али-Овади. Забрасывает теперь уже сериями Зия Белавал. Пытается он отблагодарить тем же своего соперника. Показать, что я тоже умею бить сильно и быстро. Да, ну настоящая рубка у нас с первых же минут. Вопрос лишь только в том, у кого функционала хватит выдержать в таком темпе как можно дольше. Это всего лишь первый раунд. Да, как будто бы по очереди вот так друг друга нагружают. Но сейчас, кстати, неплохо Али-Овади попадал. Появились оголенные тылы у боксера из Пакистана, чем Али-Овади и пользовался. Джеб от Али-Овади отвечает сильнейшей рукой представитель Пакистана Зия Белавал. Конечно, чисто визуально Зия Белавал выглядит пофактурнее. Хорошая работа в защите в исполнении Зия Белавала. Нырнул здорово. Идет уже вперед Белавал. По-моему, немножечко подустал Али-Овади. Хотя, возможно, это просто такая передышка. Раунд окончен. И нельзя сказать, что было как-то скучно в эти 3 минуты.
लेकिन उधर ना तीसरा मुकाबला लेके पहले तीन चार मार रहे हैं उनको कुछ बात दोष नहीं Ну что, друзья, второй раунд. Мухаммед Алевади и Зия Белавал сейчас продолжат выяснять отношения в ринге. И снова, как в первые минуты, Алевади начинает активно, агрессивно. Вот такой ответ от Зия Белавала. Поджимает Мухаммед Алевади. Вроде бы и поменьше ростом. Рычаги покороче, но тем не менее Мухаммед Алевади доставляет немало неприятностей Зия Белавалу. Левый-правый и вот такой ответ от Зия Белавала. Пошли в размен. Ой, а вот сейчас неплохая серия. И, по-моему, пришлось вот так вот спасаться клинчеванием Мухаммеду Алевади. Потому что один удар точно пришелся в цель у Зия Белавала. Попадает Белавал. Вот такой ответ от Мухаммеда Алевади. По корпусу бьет Алевади. Зия Белавал, уповая на длину своих рук, чаще бьет в голову. И это объяснимо. Последняя минута второго раунда. Еще один удар. Заканчивается второй раунд. И пока что ничего не ясно в этом противостоянии. Очень напряженное, конкурентное. Мухаммед Алевади и Зия Белавал. Еще 3 минуты нас с вами ожидает в этом бою. Пане, извините, извините.
Накачивает сейчас секундант Зия Беловала на решающий раунд. Ну и снова, как предыдущие два раунда, Мохаммед Аль-Авади начинает раунд с плотных ударов, сразу же сближается, заряжается. Идет Зия Беловал навстречу и пошла зарубка. Открывается счет. Зия Беловал подловил на ошибке Мохаммеда Аль-Авади и четким попаданием оформляет нокдаун. Так, продолжаем. Хорошее еще одно попадание. Зия Беловал идет вперед. Поджимает канатом. Ну и опять-таки, как вследствие того бурного начала первого, да и второго раунда в исполнении Мохаммеда Аль-Авади, видимо, что не так уж много у него сил. С характером все в порядке, а вот сил на плотный заряженный удар, тоннажный, уже не остается. Идет вперед, по инерции отрабатывает Аль-Авади. Но Зия Беловал, в принципе, хорошо сейчас чувствует своего соперника. И глобально рассуждая, не позволяет ему причинить какой-то ощутимый ущерб. Последняя минута. Бьет по туловищу, попадает в защиту Мохаммед Аль-Авади. Очень он уже выглядит таким изможденным, но не сломленным. Хотя, конечно, Зия Беловал тактически грамотно провел этот поединок. Что тут, тяжело, тяжело дышит Мохаммед Аль-Авади. А, тут рассечение появилось у Зия Беловала. Необходимо вмешаться в медицинской бригаде. В районе переносицы. Ну, по-моему, это не тот случай, который может помешать боксировать дальше. Заряжается Мохаммед Аль-Авади, но опять же большинство его ударов летит по блокам, не причиняя никакого ощутимого вреда сопернику. Классный поединок, молодцы оба, но победитель будет только один. И есть все предпосылки полагать, что именно Зия Беловал из Пакистана выиграл это противостояние. Зия Беловал выигрывает этот поединок.
Наше поздравление боксеру из Пакистана. Друзья, у нас остается заключительный 15-й поединок в рамках этой сессии утренней на ринге А. Представитель Колумбии Лисардат Кордова Архенио и его оппонент из Конго Нгалибай Родриге. Итак, первый раунд. Нгалибай Родриге и Архенио Лисартат. Колумбиец в синей форме, конголезец в красной. Гораздо выше представитель Конго, длинные руки. Очень активен он на первых минутах. Ну и вот такой ответ от Архенио. По защите сейчас все выстреливает Нгалибай. Поджимает сейчас плотно Нгалибай Родриге Кордову. Он же Архенио. Хорошая двоечка в туловище от колумбийца. И в голову попадает сейчас Архенио. И сам же пропускает. Конголезец поджимает. Снизу выцеливал Архенио. Ну, удар такой по касательной получился. Нгалибай все так же, как и подобает более высокому
оппоненту, использует длину своих рук. Еще один джеб. На этот раз от Архенио. Архенио бьет в корпус. Снова джебом бьет Архенио. Галимай занял такую выжидательную тактику. Подшагивает. Активно раздергивается корпусом. Хорошо попадает справа Галибай Родриге. Постепенно истекает первый раунд. Раунд окончен. Ждем продолжения. Vamos ganando la pelea y no quiero que te me confíes, ¿ok? Pintéalo y métele el cruzado. Y vivo la guardia. Да, говорят сейчас, что надо еще агрессивнее действовать Архенио, что он защищает честь мундира. И нельзя сбавлять оборотов. Но посмотрим, что на это возразит Нгалибай Родриги, который также защищает честь своего мундира конголезского, конголезских вооруженных сил и обладает крайне неудобной антропометрией для своего оппонента. Подшагивает Архенио. Не дотягивается сейчас Архенио. Вот, пропускает справа колумбиец. Подшагивает Галибай Родриге. Опять попадает с правой руки. Такая небольшая пауза возникла. Видимо, решили перезарядить батарейки боксеры. И снова, используя длину своих рычагов, действует Галибай, попадает. Открытой перчаткой ударил сейчас представитель Колумбии, о чем ему и было поставлено на вид. Поджимает сейчас конголезец. Архенио пытается все-таки подобрать какие-то ключи, чтобы, ну, почаще попадать. Но вот видите, сокращает дистанцию, тут же нарывается на встречный удар. Будь то слева, будь то справа, ну, длина рук такая, что варианты для развития атаки самые разные есть у Галибая Родриге. Корпус, голова.
Но тут по затылку ударил сейчас Нагалибай Родриге. Так, последние секунды второго раунда. Двойной джеб прилетает от Архенио. Окончен и этот раунд. Как ты себя чувствуешь сейчас, спрашивают Архенио. Нужен сделать последний рывок. Один раунд остался, и приложи все усилия. Итак, решающий третий раунд в этом противостоянии. Последний поединок утренней сессии. Нагалибай Родриге из Конго против Архенио Кордова из Колумбии. Корпус в голову тут же бьет. Нагалибай Родриге. Уже сил много оставлено. И на морально-волевых качествах отрабатывают, дорабатывают, точнее, этот поединок. Нагалибай и Архенио. Давай, давай, говорят секунданты Архенио, продолжай боксировать, не останавливайся. Но как же тяжело оппонировать такому высокому, сильному, атлетичному сопернику, как Нагалибай Родриге, который сейчас поджимает Архенио и вынуждает того действовать, ну, только лишь вторым номером на контратаках и не позволяет самому идти и напирать. Потому что стоит вытянуть руку во всю длину Нагалибаю Родриге, и сразу же возникают сложности у Архенио. Заключительная минута в этом противостоянии. Ну, у кого осталось больше сил? Попадает снова сильнейшей руки Нагалибай Родриге. Неплохая комбинация по замыслу в исполнении колумбийца. В голову, в корпус. Все на хорошей скорости. Но, по-моему, несколько смазано получилось. Да, и сил уже очень мало. Последние секунды. Последние секунды в этом поединке. Не удается попасть колумбийцу. Окончен поединок. Послушаем судей.
Галибай Родриги выигрывает этот поединок. Не скрывает эмоций, с чем мы его и поздравляем. А нам еще раз повторяют перипетии этого сложнейшего противостояния. Конго-Колумбия в Москве. В лице Галибая Родриги и Архения Кордовы. Это, дорогие друзья, чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. Ну что ж, друзья, такими получились эти поединки утренней сессии на ринге А в рамках чемпионата мира по боксу среди военнослужащих, город Москва. Для вас сегодня работал комментатор Вадим Фурсов. До новых встреч. Следите за трансляциями этого прекрасного турнира. Будет еще много классных поединков. Пока, живите единоборствами.